Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и мы продолжаем играть в игру Майнкрафт на сборочке Моджангл. Я эту серию записываю сразу же после третьей, потому что я побывал вон в тех краях, он вот туда вот отправлялся, вот, и там нашел кое-что интересное, хочу это открыть вместе с вами. Также я вот надобывал ту его кучу всякой фигни, вот, тут такой вот... Вот этот весь сундук я полностью добыл. И в прошлой серии мы еще выбили лук зачарованный. Вот. В этой же серии мы все-таки начнем строить дом. И отправим... Ну, начнем строить дом, а я уже его продолжу строить без съемок. Вот. Также вот я... У меня брони вообще уже практически нету. И я вот такой вот, как бы... какой-то чувачок прикольный. И также вот я сражался еще с эндерменом, убил эндермена и паука убил. Так, давайте отправимся к тем местам. По-моему, это троечка была, если я не ошибаюсь. Нет, я ошибаюсь, по-моему. Да, я ошибаюсь. Это все-таки маркер 4. Так, отмена. Готово. Ой, не то нажал. Тю, блин. Телепортироваться. Вот, смотрите, вон та коробка. Сейчас мы в нее, собственно говоря, отправимся. Я не знаю, если честно, что там. Сейчас будем узнавать. Давайте, чтобы сэкономить нам наше дерево, залезем на другое дерево. Да, так странно звучит. Я слышу, там скелетов очень много. Не люблю вообще скелетов. Так, так, и вот так, отлично, да, там скелеты, твою мать, ой, ладно, будем сейчас как-то пытаться туда прорваться, ой, надо тут вот так сделать, будем пытаться прорываться сюда, как-то с боем или не с боем, давайте, подходите, родимые мои. А, у меня даже стрел нету на луке. Вообще шикарно. И у меня скоро меч закончится. Это вообще просто пошел, называется. Да, вон там я вижу сундуки, вижу спавнеры скелетов стоят. Да, вот перестреляйте все друг друга там, пока я тут постою. Так. А мне какой-то эффект. Слабость. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять на... Ой, опять мне придется подниматься. Наверх. Наверх, наверх. Как же это интересно. Они сейчас там друг друга перестреляют. Да ё-моё. Ну что ж ты будешь делать? В общем, меня отвлекли, но мы продолжаем. Меня убили, как всегда. Так, давайте возьмем еще дерево, потому что это не дело. Это реально не дело, надо что-то здесь решать. Маркеры, дом, блин, 4, зачем 4? Да ё-моё. Да, кстати, я лучше сейчас возьму еще стрелы, если они у меня есть. У меня их стрел, по-моему, нету. Да, у меня стрел, нет, две стрелы у меня все-таки есть. Может, и это стрела? Нет, это не стрела. Мне кажется так. Почему-то. Ну, хотя не похоже на стрелу. Давайте возьмем и это дело. Давайте еще вот так возьмем. Ну и все. Так, мы договаривались, что дождь я буду выключать. Так. Давайте еще меч возьмем. Да. Меч тоже пригодится. Опять такой же самый. Вот, и отправляемся в путь. О, давайте еще это сделаем, короче. У меня же тут есть всякая фигня. Вот, всякие моды установлены, чтобы на наши сундуки рассортировать красиво. Вот, давайте, в общем, отправляться вот сюда. Так, надеюсь, они там друг друга перебили. И скелетов там уже нету. Хотя, надежда умирает последней. Давайте отправляемся. Да, там один скелет я вижу. Самый, который наглый, наверное, остался.
Сейчас мы туда с боем прорвемся. О, как раз можно стрел будет понабирать. Да ё-моё. Ну что ж ты будешь делать? Иди. Пошел вон. Сколько тут же скелетов-то? Сколько вас тут будет? Так, надо спавнеры ломать. Так. Все отлично. Ух ты, мне что-то попалось. Что за фигня? Что за нах? Я лучше уйду отсюда. Подождите, я сейчас резнусь еще. О, зелье слабости стрелы мне попались. Погнали! Что это такое? Я в скелета превратился. А, это скелет брони. Отлично. Так, давайте лучше назад превратимся в моего мага. Так, или кто это такой вообще, я не знаю. Так, вот так вот сделаем. Все, я тут разобрался со всеми. У меня 5 стрел, так и осталось. 2 еще за зельем слабости. А, и здесь... Вот это и все! Вот ради вот этих вот книжек и 3 колбочек я столько мучился... Да ну нафиг. Чё, серьезно? Может дальше? Может там что-то дальше есть? Ладно, мне это, в принципе, дерево не жалко. Я его тут так и оставлю. Может тут что-то есть? Нет, нету. Да ладно. Я умер. Отлично. Ладно, короче, народ, давайте будем строить наш дом. Потому что я уже сколько обещаю и никак не начну его строить. Да. Мы начнем сейчас... Естественно, с фундамента. Вот. Так что, давайте. Где будем строить? Давайте где-нибудь... давайте сделаем алмазную лопату. Еще. Чтобы было вообще кошерно все. А интересно, палочки можно сделать из этой доски? Нет, нельзя из этих досок сделать палочки. Отлично. У тебя что-то отлично. Так, ладно, возьмем дерево, возьмем где алмаз. Вот, возьмем один алмаз. Поставим вот так. Кстати, вот эти вот спавнеры, которые внизу, которые вот тут вот находятся. Ой-ой-ой, мне лагнуло что-то сильно. Ну, если их разрушить, они назад восстановятся. То есть, можно сделать какую-нибудь ферму мобов потом, в дальнейшем. Тоже напишите в комментариях, если хотите увидеть такие вот фермы мобов, как я строю, или я их без записи построю. В общем, пишите в комментариях. Вот. Редстоун, в принципе, у меня там есть. Там еще даже оставался, по-моему, редстоун. Я его не добывал. Так что сейчас мы еще посмотрим. Ой, так, мне нужно сейчас сразу будет... землю приготовить, чтобы выровнять местность. И уже ночь наступает. Так. Сейчас давайте быстренько это все мы выровняем. На какой-то, знаете, такой красивый домик построить. Ну, более-менее хотя бы, чтобы прилично выглядело-то. Так. Ну, почему я летать не могу-то, а? Ну, хотя бы летучая мышь, но летать я не могу почему-то. Так, давайте это тоже все сразу посрубуем. Так. Может, как раз что-нибудь и найдем, какие-нибудь ростки, я не знаю, или что-то, что-нибудь для фермы. Уже, кстати, темнеет, он там уже начинает постепенно спавниться мобы. Это мне не нравится, естественно. Так, сейчас проверим. Может, какие-нибудь росточки-то выпадут. Нифига у нас не выпало. Или выпало? Нет, выпало 3 этих ростка. И вот еще какие-то 4 уже ростка. Отлично. Так, вот мы разровняли местность. Так, давайте возьмем наш камень. И давайте строить дом. Ну, дом я планирую сделать 2-этажный. И что-то вроде вот таких вот, как бы сказать, 2 будет здесь штук. То есть вот такие вот, как бы, так возьмем, вот так сделаем. Вот таким вот образом. Что-то вроде вот такого вот я планирую сделать. То есть у нас будет таких вот
две штучки. Так. Так. Тут двойная дверь будет. Да? Поместится здесь двойная дверь? Да, поместится здесь двойная дверь. Так, теперь, значит, сюда мы ставим. Сюда блок ставим. И от этого блока сколько там? Я уже не помню. 1, 2, 3. Да, 3 блока у нас здесь должно стоять. И у меня здесь не хватает места. Надо выравнивать, значит. Берем землю. Блин, как-то непривычно мне без креатива. Я привык, там, что строю, там, всякие проекты, всю эту фигню креативом. И мне уже непривычно как-то стало, вот, играть. Так что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, отлично. Стоп, что? Где я? Какого фига? Упал. Ваша кровать пропала. Доступ не затруднен. Отлично. Ладно. У меня есть маркер, где написано телепорт дом. Ой-ой-ой. А, все, я понял, тут же земля. Стоп, что это было сейчас? Я взлетел как-то. Лол, я не знал даже, что так можно как-то взлетать. В общем, не важно. Вот они и зомби подоспели уже. Да еще и боссы. Ой, меня подкинули. Так, я мелкий такой вот. Так, еще и зомби убил. Отлично. Что это за мешочек, интересно? У меня, кстати, 18 уровень. Так, я какую-то букашку, кстати, убил. Ладно, давайте встанем назад нашим любимым магом. Или кто это такой, я не знаю вообще. Вот уже, кстати, зомби к нашему Тому подоспевают. Ой-ой-ой, что-то я лопату так резко взял. Так, сейчас я их убью всех. Вот так, всех убью, один останусь. Так, лайк, если кто играл в эту игру. Так. И кто знает, откуда это. Давайте здесь еще сделаем вот так. Наш фундамент. Ой. Ой-ой-ой, еще зомби. Или не зомби это. Что? Кстати, как? Почему подо мной всегда появляется паутина? И вот еще два зомби идут. Один босс, как всегда. Так, есть. Минус один. Какой-то он дрищ, а не босс был. Ну ладно. О, алмазный сет. Ой, блин. Лучше за алмазный сет выпал. Сколько зомби? Сколько зомби? Еще и босс один. Отлично. Просто шикарно. Так, 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 тихо, тихо. Уа! Еще один босс. Что ли? Нет, нифига, не еще один босс. Так, 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 паутина, паутина, паутина. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Вот это, по-моему, босс. Алмазные эти штаны выпали. Под крипера иди. Ладно, маркер, дом, телепортироваться. Вон не там эти все мобы. В том числе и крипер. Во, отлично. Во, все. Чуть подрихтовали мне тут ландшафт мой. Спасибо вам. Особенно криперу. Так, вот я какой-то зомби, кстати, сейчас. Странный. У меня выпали эти кольчужные ботинки. Капец, мне выпал лут. Еще и кирка зачарованная на прочность. У-ху! Народ, это просто шикарная серия. Давайте мы это все выложим. Все, что нам не нужно сейчас. Так, 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 так. Это я буду хранить сейчас. Вот так. Теперь мы отправляемся, значит, на наше место, где мы строим тут дом. Так, 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 так. Я вот там вижу уже двоих криперов, которым я не хочу идти, потому что они злые. Так, я лучше тут буду строить. Так, аккуратненько. Так, и они все равно на меня пошли агриться. Еще и зомби подоспел. Ну ладно, давай с тобой сейчас разберемся, зомби поганый. Так, значит, тут мы сейчас все заделаем. Так, я сейчас думаю, мы... Так, кстати, нужно же назад на этого переместиться. На нашего любимого
чувачка. Мне кажется, или у меня хелса, когда я перемещаюсь на этого чувака, регается. Вот так. Так. Значит. Так. Что-то я тупанул. Так, давайте вот эту штуку используем. Она, кстати, классная вещь это. Очень быстро копает. У меня кирка на прочность есть. Нифига себе. Это действительно это самая классная серия. Так. Значит. Вот так. Добываем это все дело. О, я железо нашел. Причем много железа. Так. И вот это вот тоже буду... Нет, это все-таки киркой надо добывать. А лучше. И вот эти все вещи, это нужно добывать киркой. Кстати, вот тут спаунер. О, у меня же лопата есть. О, давайте, народ, где-нибудь здесь сделаем пока что временную зачаровальню. Не, или... Да, лучше давайте здесь сделаем зачаровальню. То есть у нас здесь такой как бы переносной пункт будет небольшой. Мне, в принципе, уже можно делать зачаровальню. У меня книжек тут туева куча. Вот. В каждом этом есть книжки. Или ладно, давайте лучше уже в доме сделаем на втором этаже большую-большую зачаровальню. Так, я добыл еще булыжника. Думаю, мне этого будет достаточно. Так, значит. Блин, мне нужна опять земля. Я ее, по-моему, выложу, если я не ошибаюсь. Так. Да, я... Ну, 5 земли. 5 земли. Это так много. 5 земли аж. Ну, ладно. Придется. Так, давайте вот так сделаем это все дело. Так. Значит, пойдемте. Вот. Ой, скелетик. Привет, дружок. Не попадешь, спорим? А, он не попадет. И думаю, мне достаточно будет 5 земли. Ой, я не туда поставил. А вот так попадет. Ой. А у меня же сердечки. Ой, дополнительные есть. Кстати, мне похавать нужно. Я только что сейчас заметил. Тут мне поровняли хорошо ландшафт. Криперы всякие. И зомби. За зачарованием. Точнее, зомби-боссы. Вот, да. Хорошо мне они ландшафт тут поровняли. Спасибо парням. Что-то я вообще несу какую-то ахинею. А, вот она моя еда. Которую нужно схавать. Во, вот это я понимаю уже восстановление. Давайте сразу возьмем доски, чтобы не бегать. Пол у нас будет из еловых досок. Потом у нас будет такая еще окантовочка идти из таких досок. Такой фундаментик, и дальше у нас будет идти все из еловых досок, чтобы так все потемнее было. Кстати, вот эта вот синяя фигня, она не уходит почему-то. Все, скелет рип. Так. Ой, я что-то перебрал немножко. Вот так надо. Все, теперь можно наконец-то спокойно все строить. Так, вот. Вот примерно вот такие вот очертания у дома у моего будут. Так, я думаю, мне на пол хватит столько досок. А потом я без съемок еще полазю, поищу. Точнее, пойду подобываю доски. Вот. И мы продолжим. Уже в следующей серии будем достраивать наш дом. Вот, там я, может, даже... Или даже дострою я его уже, я не знаю. В общем, подумаем. Подумаю. Так. Блин, у меня доски закончились. Походу, мне не хватит на пол досок. Ну, не хватит, так не хватит. Давайте хотя бы вот чуть-чуть выложим. Так, здесь у меня крипер побывал. Да, мне досок все-таки не хватит. Досок надо будет очень много. Давайте хотя бы напоследок сделаем вот такие вот, такую вот окантовочку. Давайте ее сделаем, знаете где? О, у меня, я придумал, у меня же есть еще серебряного дерева, я знаю, что его рушить не, ну, нежелательно, но у меня есть серебряное дерево, вот, и, по-моему, еще какие-то доски у меня были, насколько я помню,
Нет, досок у меня не было, да? Да, досок у меня не было. Ну ладно, значит, давайте мы сейчас сделаем вот так. Смотрите. В общем, вот эти вот боковые фигни мы сделаем вот такими вот. Такие вот штучки, короче. Забацаем. Вот так. И вот так. И еще вот так. Да. А здесь поставим вот такое вот дерево. Вот, между окнами. Окна у нас будет блока 2, я думаю, в высоту. То есть вот 1, 2. И вот тут где-то будет окна. Идти. Вот так. То есть там уже будет второй этаж идти. Вот это будет наше окно. И здесь делаем то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть же ж? Нет, не шесть, семь надо. Да, семь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так. 1, 2, 3. И через 2 блока вот такую вот штуку мы устраиваем. Все. То есть тут мы уже так вот сделали. Более-менее красиво. Так, давайте еще где-нибудь. Здесь точно так же мы забацаем. Давайте. Давайте весь низ мы сделаем из вот такого дерева. Вот так. Вот, а дальше у нас пойдет из еловых досок. То есть будет красиво как вот так смотреться. Так, 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 так. Значит, мы это все вылаживаем вот так. И низ, точнее, вот этот весь. Вот эта вся фигня у нас пойдет из еловых досок. Дальше. Так, 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 так. Все. А вот эти у нас будут вот так вот смотреться. Прикольно. Давайте еще лучше заменим здесь блоки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 же, да? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Да. Вот так вот у нас как-то будет это все выглядеть. И тут у нас будет такое как бы крыльцо идти небольшое. Да, вот так вот как-то у нас будет выглядеть это все дело. Ну что ж, на этом, я думаю, мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.